от ритуального расчета полуденного залпа военной кафедры Севастопольского государственного университета. Начало торжеств, посвященных открытию военной кафедры в Севастопольском государственном университете, положил полуденный залп. Студенты посетили воинскую часть, расположенную на территории Константиновской казематированной батареи. Занятия у ребят начались только на этой неделе, а их уже знакомят с нюансами военной службы. Занятия будут проводиться на учебной материальной базе воинских частей, где ребята будут, естественно, постоянно смотреть, как работают сегодняшние вооруженные силы. Первый набор – 252 студента. Воссозданная военная кафедра Севастопольского государственного университета находится в Институте ядерной энергетики и промышленности в Голландии. Здесь будут готовить офицеров, сержантов и рядовых запаса. Все в интересах военно-морского флота и сухопутных частей и соединений. От ремонта и эксплуатации энергоустановок кораблей до командиров отделения, гранатометчиков и водолазов-спасателей. Планируется и посещение студентами воинских частей. Ребят будут знакомить с современными образцами вооружения. Все, что находится на вооружении в армии, будет, естественно, находиться здесь. Ребята будут отрабатывать нормативы, знания, умения, навыки помогут им в дальнейшем служить в вооруженных силах. Будут реально выполнять реальные задачи, сдавать реальные экзамены, и где они себя покажут уже как специалисты, выпускники. Все педагоги – опытные морские офицеры. Студентов ожидает 2,5 года обучения военному делу. Завершат программу воинские сборы в действующих частях. Михаил Журавский, Севинформбюро.